добирать-то? Выбрать. Куда? Да вот именно. Как мы, Дим, с тобой в Адыгее летали, а? На тросах каких-то. Что делать-то мне надо вообще? Раз, два, три, бежали. Только беги не быстро. Куда бежать-то? Не подкидывай сильно пятки, а то ударишь мне туда прямо. Туда? Да. В сугроб? Лёш, подходи ко мне, поможешь. В сугроб, не говори. Угу. Что? Серёж, пройди вперед немножко. Мне интересно, как там бежать. Будет нормально, провалишься перед ним. Нормально, видишь, как. Как же мы полетим, то если ветра нет. Хорошо, вот до сюда бежать надо, Серёжа. А, хорошо. А потом что с ногами делать? Ногами ничего делать. Протягнуть, да. С вами пробежать. Да, немножко мне надо дать. Вышки, давай сюда, встань немножко. Ой, хорошо. О, боже мой! Супер, готов! Раз, два, три, побежали. Я бегу, бегу, бегу. Сядь. Села. О, боже мой! Офигеть! Круто как! Толя, ты крут! Пожалуйста! А? Кто, я? Нет! Нет, ну это было уже 2 часа назад и один бокал глинтвейна. Да, ветер дует. Слушай, какая красота. Честно тебе скажу. А?
Да-да. Вот это здорово. Какие горы красивые! Ой, 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 ой! Я уже забыла, что такое качели. Ага. Да, вот ее надо перелететь. Не волнуюсь. Где наш отель? О, вот наш отель. Это 21:00? Вот это наш отель. Тут какие-то постройки. Просто ноги вот так я держу вверх чуть-чуть. Наверное, там человек какой-то. Ноги вверх! Да. Фу! Это круто вообще! Очень круто! Спасибо тебе, Коля. Ты молодец. Давай, ребят, пока. До уровня.